Спасибо за возможность представить наш журнал. Я принес буквально несколько слайдов, которые я пытался перевести на русский. Я чуть-чуть могу говорить, но уже много чего забыл, поэтому я лучше буду говорить по-английски. Просто хотел вам показать наше совместное усилие, которое мы начали много лет назад с журналом практической онкологии и радиотерапии. Изначально он задумывался как общая платформа для восточноевропейских стран, и позже мы распространили наши знания на другие общества радиотерапевтов, включая южноевропейские страны, Испания, Португалию, и также Италия присоединилась к нам. Затем АЛЛАТРО, латиноамериканское сообщество радиоонкологов, присоединилось к нам. Мне показалось, что и вам это тоже может быть интересно, потому что наш журнал нацелен на те сообщества, которые не говорят на английском, как на общем мета-языке. Это определенная проблема, когда мы подаем наши материалы в англоязычные журналы, поэтому мы решили, что почему бы не выпускать наш собственный. Это наши со-редакторы. У нас есть правило, что из каждой страны у нас есть свои редакторы для того, чтобы отвечать за статьи, которые написаны в этих странах. Это Elsevier, наше латиноамериканское сообщество. Доступ к журналу через веб-сайты, через логин и пароль. Правило заключается в том, что все члены ассоциированных сообществ имеют открытый доступ. Если общество становится ассоциированным, принимает решение по этому поводу, члены этого общества могут получить общий доступ. То есть он не совсем, конечно, открытый, но имеется в виду бесплатный доступ. Вот так вот будем говорить. А это веб-сайт Elsevier. Значит, заявки на Reuters сейчас, на Thomson Reuters сейчас подаются, а вот это специальные номера. А это заявки от регионов. А это слайд, который говорит о факторах и прогнозировании факторов. Уровень цитируемости. А это команда, которая работает, как вы видите, Испания, Италия, Португалия, Венгрия, Словения, некоторые южноамериканские страны представлены. Я просто хочу сказать, что если вы хотите представить что-то, мы ведь публикуем статьи из России, Сергей Новиков опубликовал несколько, насколько я помню. Вы приглашаетесь на подачу. И не то чтобы я, так сказать, пытаюсь увеличивать количество поданных материалов. У нас много предложений, конечно же, и много заявок. Но Россия ведь большая страна, которая, так сказать, видимо, во всех частях света. Поэтому, я думаю, тут могут быть совместная польза. Спасибо.